Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы рассказать вам о том, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс на 5 миллионов на проекте Amazing Replay первый сир. 5 призовых мест по 1 миллиону. Условия очень простые, поэтому переходите по ссылке в описании и участвуйте. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня новая серия. В этой серии я вам покажу боевую классику, то есть жигу, которую я купил на красивых номерах, чтобы разыграть. В этой серии мы сделаем ей полный тюнинг. Я надеюсь, вам понравится это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но перед тем, как я вам покажу эту жигу, я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Replay. Также я хотел бы рассказать вам о том, что я создал аккаунт в Инстаграме. И там будут выходить очень интересные новости, фоточки там и так далее. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой новый Инстаграм. Ну, как бы я новый создал, потому что я пароль от старого забыл. Поэтому, пацаны, ссылочка будет в описании. Давайте обязательно подписывайтесь. Там будут выходить реально интересные новости, фоточки и так далее. Поэтому, у кого есть Инстаграм, подписывайтесь. Я думаю, вы не пожалеете. Все, желаю вам приятного просмотра. Ну что ж, пришло время вам показать ту самую жигу, которую я купил на красивых номерах. Номера, конечно, не прям очень красивые, но довольно-таки прикольные. Купил я эту жигу за 500 тысяч. Сразу вам скажу, что я знаю, что это дорого, но мне было как-то пофиг, потому что жигулей на красивых номерах довольно-таки очень мало, и если они даже есть, то их в основном не продают. Да, кстати, я себе купил вот такой вот X6 на номерах Хух 3 пятерки. Очень прикольная машина. Раньше она мне не нравилась абсолютно, когда ее только добавили, но так я покатался, ну, прикольная такая машина, особенно морда у него симпатичная, жопа не такая симпатичная, ну, конечно же, мне больше нравился X5M, который был до этого, но эта тачка тоже неплохая, но суть сегодня не об этом, потому что я про эту тачку видео снимать не буду, просто показал, что я себе ее купил, и я думаю, этого будет достаточно. Давайте я вам покажу теперь жигу. Ну что ж, вот эта малышка, получается, номера ЕЕЕ602. Да, пацаны, не очень красивый номерок, и 500 тысяч это дорого, потому что я покупал номера, точнее, покупал десятку с номерами ХЕЕ33 за 500 тысяч. Эту жигу я купил за 550 тысяч, просто я 500 тысяч сказал, просто, так сказать, округлил немножко. Это пятерка получается, хотя если бы это была семерка, было бы лучше. Мне, если честно, семерка в реальной жизни нравится больше. И помните, когда еще был домик в деревне, там была семерка очень классная, и было бы круто, если бы ее вернули. Возможно, можно будет заменку просто поставить и так далее. Давайте я вам расскажу, когда я эту машину разыграю. Сейчас как бы проходит конкурс на 5 миллионов, будут итоги 26. И примерно, наверное, в конце месяца, либо на стриме, либо в группе, я разыграю вот эту жигу. Но сегодня я хочу сделать на ней полный тюнинг, потому что она почти стоковая. У нее стоит только, по-моему, гидравлика и все, больше на ней ничего не стоит. Я ее как купил, я с ней ничего не делал, специально хотел записать для вас видео. В этой серии мы сделаем ей тюнинг полный, полностью ее прокачаем. Гидравлика я уберу, потому что это нам не нужно. Чисто такая будет боевая классика. Я думаю, многие любят жигули, поэтому для вас, я думаю, эта машина будет даже очень неплохая, если вы ее выиграете. Да, у нее стоит гидравлика, давайте я вам покажу карпас. И у нее здесь, видите, абсолютно ничего нету. ГОСК у нее 40 тысяч и целостность 93. Ну что ж, вот я приехал к СТО, давайте я напомню вам, где оно находится. Если что, это СТО нашей семьи. Пишите GPS, потом выбираете 6-й пункт бизнеса и здесь выбираете 5-й пункт СТО. 33-й бизнес, Family Kirill Game, это бизнес нашей семьи. Поэтому, кто желает, можете приезжать, тюнинговать свои машины, либо их чинить. Все, мы находимся в СТО, давайте в первую очередь я хочу убрать гидравлику, потому что на этой тачке она не нужна. Все, гидравлику я убрал и будем заниматься тюнингом. Разварки я, наверное, оставлю, потому что, ну, они нормально смотрятся, но я хочу сделать стиль типа Блэкджека, как у Триколовского был когда-то, не знаю, куда он делся, кстати. Кто знает, можете написать в комментариях, я просто не помню, реально забыл, наверное. Так, сделаем его черный и золотые диски. Ну, неплохо смотрится. Да, довольно-таки неплохо смотрится, поэтому давайте, я думаю, сделаем вот так вот, покупаем. Так, покрасочная работа, диски. Азот, кстати, здесь стоит, мы его ставить не будем. Гидравлику я тоже ставить не буду. Самое главное это чип, потому что в стоке эта машина едет 87 километров. Посмотрим, насколько увеличит скорость чип. Чип стоит 250 тысяч. Покупаем. Сигнализация 75 тысяч. Антирадар 50 тысяч. И топливный бак 150 тысяч. Все, пацаны, я полностью улучшил данную машину.
Ну, диски не прям такие, как были у Триколовского, но довольно-таки похожие. И, по-моему, у него семерка была, а это пятерка. Ну, ничего страшного, пацаны, будет такой стиль. Ну, реально неплохо выглядит, я думаю, вы со мной согласитесь. Все, я выехал уже напрямую, давайте сейчас разгонимся. Скорость 97 была. Походу, увеличилась скорость всего лишь там на 10 километров, я так понял. Ну да, на 10 километров, короче, пацаны, увеличилась скорость. Ну, блин, если бы она хотя бы ехала 115, а так 97, ну, такое себе на самом деле. Ну, именно тут стиль, это в том, что это типа боевая классика, прикольные красивые номера, поэтому я считаю, что я купил ее не зря и я разыграю ее между вами, пацаны, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну что ж, на этом я буду заканчивать видео, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, повторюсь, пацаны, на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, вводите мой промокод, ждите новых серий, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока.